Добрый день, дорогие гости! С праздником поздравляем вас! Хорошо, что сегодня собралось здесь столько народу. Очень приятно видеть родные, знакомые лица. И очень приятно, что сегодня вместе с вами мы отпразднуем праздник деревни Михайловка! Здесь и гости Михайловки. Я вижу здесь и представителей Перми, Кунгура, Качканара и других сел, деревень. Я очень рада передать вам привет от правительства населения, от администрации населения и от всех ошибок. Сегодня замечательный день. Сегодня канун Святой Троицы. Сегодня день Святого Николая Чудотворца. И сегодня просто замечательный солнечный день. Я от всей души искренне хочу пожелать вам, чтобы вы сегодня с интересом, с увлечением, радостно провели этот праздник, чтобы он продолжался до завтрашнего утра. И очень хотелось бы, чтобы вот этот ваш праздник, День Михайловки, был ежегодным, был традиционным. Мы всегда рады вас видеть здесь и всегда рады привести наших артистов. Я думаю, что они сегодня вам принесут еще удовольствие. Всего вам доброго, будьте все счастливы. Были 15 лет своими мероприятиями, прекрасными чтецкими номерами. Радовала нас инициативная женщина Кожина Анна Васильевна. Мы приглашаем вас сюда, Анна Васильевна. Мы благодарим вас за ваш вклад в культуру нашего поселения Гиллиона. И примите, пожалуйста, все музыкальные подарки Анны Васильевны, особенно вы. Дело в том, что Россия, она была, держалась и держится на патриотизме, на культуре. И сегодня песню не случайно мы вам подобрали такую. Андреевский флаг. Отчизна в дыму,
настал тот день.